Производители Аягульского района завезли в город свою сельскохозяйственную продукцию. В Семее состоялась традиционная ярмарка, которая проводится в целях стабилизации цен. Сельхозформированием района была представлена возможность напрямую продать свою продукцию горожанам по выгодной цене. В целях обеспечения населения качественными и доступными экологически чистыми товарами в городе еженедельно проводится сельскохозяйственная ярмарка. В этот раз семичанам свою продукцию представили 9 крестьянских хозяйств Аягульского района. Крестьянские хозяйства Аягульского района привезли на ярмарку говядину, конину и баранину. Это все делается с целью стабилизации цен, чтобы люди могли приобрести продукцию по доступным ценам. На данный момент идет активная торговля. Наши фермеры очень довольны. Всего в районе действуют 1300 крестьянских хозяйств, занимающихся животноводством. В них хорошо развито выращивание скота мясного направления. Сегодня сельхозпроизводители района реализуют свою продукцию в городах Нур-Султан и Усть-Каменогорск. Мы привезли 2 тонны говядины, 2 тонны конины. Продаем по низким ценам. Люди с удовольствием покупают, говорят спасибо. Приезжаем каждый год согласно графику. Приходят сюда и наши земляки, и они рады. Есть и те, кто жалуются на дороговизну. Но люди должны понимать положение фермеров. У них есть транспортные расходы. Ведь ехать сюда не близко, 300-500 километров. Кроме того, надо покупать корма для животных. Но в основном люди довольны. Несмотря на ненастную погоду, было многолюдно. Горожане отмечают, что с нетерпением ждут ставшую уже традиционной ярмарку сельскохозяйственной продукции. Спасибо за организацию. Пользуюсь ярмаркой еженедельно. Езжу с Комсомольского. Да, в этом году вообще цены, спасибо. 1500, больше дороже не было. Мясо покупаю. Несмотря на неблизкое расстояние, фермеры, приехавшие на сельскохозяйственную ярмарку, отмечают, что такие мероприятия выгодны как производителям, так и покупателям. Ведь здесь они получают прекрасную возможность реализовать свой товар без посредников. Мы привозим свою продукцию и продаем по доступным ценам. Люди хорошо покупают, ведь цены низкие. Зимой мы приезжали сюда несколько раз. В ходе ярмарки можно было приобрести как мясо, так и молочную продукцию. Кроме того, семичанам была представлена возможность купить и другие продукты питания по приемлемым ценам. На следующей неделе, согласно утвержденному графику, пройдет ярмарка сельхозформирования Бородульхинского района. Сама Секенов Ильжан Макзумов, телеканал «Семей».